давным-давно в России один человек. Большой, сильный, а глаза у него так и пылали огнем. Многие люди смотрели на него со страхом и ужасом. Но для московских девок он был просто лапонька. Он толковал Библию как священник. В экстазе, весь воспламененный. И он был тем учителем, которого хотят женщины. Ра-ра-распутин, любовник русской королевы. Вот уж был тип, у которого крыша поехала. Величайшая русская машина любви. Да, но то, как он себя вел, за это просто стыдно. Он правил Россией и не обращал никакого внимания на царя. Но казачок, который танцевал, действительно был вундербар. В государственных делах ему надо было льстить. Но по-настоящему он был велик, когда в его объятиях была женщина. Для королевы он не был каким-то делягой. Хотя она слышала о том, что он творил, но считала его святым целителем, который излечит ее сына. Вот уж был тип, у которого действительно крыша поехала. Самая большая русская машина любви, но то, как он себя вел, за это было просто стыдно. А когда его пьянство, похоть и его жажда власти стали известны многим людям, требование что-то сделать по поводу его ужасного поведения, поведения этого человека, становились все громче и громче. Этот человек должен уйти, заявляли его враги. Но дамы умоляли, не надо этого делать, пожалуйста. Нет сомнений, то, конечно, у Распутина много было очарования и обаяния. Хотя он был скотиной, они все равно падали в его объятия. А потом несколько высокопоставленных людей подготовили ловушку. И их не надо винить. «Приходи к нам в гости», – постоянно приглашали они. И он взял-то пришел. Ра-ра-распутин, любовник русской королевы. Они подсыпали яд в его вино. Самая великая русская машина любви. Выпил он все вино и сказал, как мне хорошо. Ра-ра-распутин, любовник русской королевы. Они на этом не остановились. Самая великая русская машина любви. И они стреляли в него, пока он не умер. Ох уж эти русские.